В столице создали и мобильные бригады социальных работников и волонтеров, которые доставляют продукты и лекарства одиноким пожилым людям на дом. Для этого необходимо подать заявку в один из территориальных центров соцобслуживания. И чтобы минимизировать риск передачи вируса, волонтеры БРСМ начали помогать поликлиникам Минска с доставкой рецептов пожилым людям прямо домой. В акции задействованы более 180 добровольцев движения «Доброе сердце». Они будут забирать рецепты из поликлиники и по предварительной договоренности оставлять их в почтовом ящике адресата. Потому что я, во-первых, почему активист БРСМ? Потому что я люблю помогать людям. Вот. Ну и, конечно же, почему бы и нет. Это наше взрослое поколение. Мы должны им всегда помогать, подсобить. Как они нам помогали в свое время, так и мы. В БРСМ отмечают, что при необходимости доставка рецептов будет организована также во всех регионах страны.